Всем привет, друзья! С вами Таня Gold Life. Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать топ-3 прически с ТикТока для длинных и средних волос. Делаем хвост на макушке. Берем прядочку. Берем прядочку волос. Вот. И прячем нашу резиночку. Вот. Видите? Половинка моя, половиночка. Вот так вот. Здесь берем и тоже разделяем на две части. И закручиваем вот так. Берем вторую, делаем так же, делаем по тому же принципу. Вот так. Закручиваем. И вот так вот скручиваем. Хопа. Вот так вот. Прикрепляем силиконовой резиночкой. Закрепляем силиконовой резиночкой. И вуаля. Прическа готова. Итак, друзья, собираем все волосы на макушке. Вот такой хвостик. Теперь разделяем этот хвостик на две части. Вот так вот. Видите? Две части. Заплетаем каждую часть косичку. Обычную косичку. Вот так вот. Я немножко буду подглядывать в зеркало и немножко в камеру. Вот, заплетаем косичку. Закрепляем это дело силиконовой резиночкой. Вот так. Вторую также. Вот так вот. Вот что у нас получилось. Теперь берем эту красоту. Если хотите, можете вот так сделать. Немножечко пораздвигать. И берем вот так вот. Берем шпильку. И закалываем. Или невидимка. У меня невидимка. Вторую. Вот так вот. Растягиваем. И вот так вот закручиваем. Или вот так вот закручиваем. Нет, вот так вот закручиваем. В общем, смотрите сами, в какую сторону вы будете закручивать. Вот. Берем шпилечку. И вот так все это дело пришпиливаем шпилечками. Вот. И вот
Здесь можно немножко перешпилить. Посмотрите, какая красота. Вот здесь, если хотите, можете оставить пряди. Пряди волос. У меня нет, я всю собрала. Можно еще сверху, простите, можно еще сверху сбрызнуть лаком. Посмотрите, какая красивая причесочка. Итак, третья прическа. Сейчас я эту всю конструкцию разберу, эту всю конструкцию и покажу вам третью прическу. Отделяем вот здесь волосы в передней части и разделяем их на три части. Разделили их на три части и начинаем плести. Вот так вот. Плести косичку. Вот. Смотрите. Вот наша косичка готова. Посмотрите. Вот. Теперь берем ее и вот здесь прикрепляем. Да, вот здесь. Посмотрите. Также берем невидимочки. Какие невидимочки? Берем шпилечки и вот здесь прикрепляем нашу красоту. И еще, друзья, подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Вам не сложно, мне приятно. Здесь внизу есть такая красная кнопочка «Подписаться». Жмите на нее. Кто не знает, это абсолютно бесплатно. Итак, друзья, до новых встреч. Бай-бай!